Друзья, если вы играете в GTA Online и хотите иметь огромную кучу бабла и самый большой левел, то вам необходимо посетить мою группу по прокачке и накрутке в GTA Online. Здесь вам прокачают все быстро, качественно и, кстати, на ПК мы качаем без переноса. Здесь, ребят, самые крутые паки по самым низким ценам, и также у нас сейчас идет конкурс на 6000 рублей. В общем-то, друзья, заходите в мою группу по прокачке, ссылочка будет в описании под этим роликом. Всем привет, друзья! С вами я, Жека Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим еще одну крутую карту для зомби-апокалипсиса. В общем-то, друзья, наверное, порядком дней 4 назад я снимал обзор на тоже карту для зомби-апокалипсиса, и как раз-таки эта карта от того же самого разработчика, что сделал вот эту вот новенькую карту. Вообще, у него много карт, как я уже говорил, и я покажу вам их всех по очереди, потому что они реально заслуживают нашего с вами внимания. Блин, сколько уже зомби на меня тут сбежалось, посмотрите, прям дохренища. В общем-то, друзья, надеюсь, уже поставили под этим роликом лайк, потому что каждый ваш лайк меня, ребятки, очень сильно мотивирует. Посмотрите, кстати, где находится эта карта. То есть, вообще она вот в этой части. То есть, посмотрите, она охватывает вот весь этот завод. Ну и как раз-таки еще пристань. Карта реально очень крутая. Она, кстати, не так сильно лагает, как предыдущая. То есть, у меня сейчас включен зомби-мод. Давайте посмотрим, сколько вообще FPS будет без него, потому что, я думаю, многим это интересно узнать. Так. Оп, ну-ка. Стоп. Стоп, вернись. Ну вот. В принципе, стандартно, посмотрите, все вроде как даже и неплохо. Я, правда, включил еще другой зомби-мод. Давайте мы его нафиг отключим, потому что два зомби-мода включенных, это как-то, по-моему, чересчур. Окей, короче, давайте двигаться дальше. Будем смотреть, что же у нас здесь такого интересненького имеется. Хрен на эти лаги, потому что буду проходить дальше, там зомби будет поменьше. Так что будем их убивать, да и, в принципе, думаю, разберемся с этими лагами таким образом. В общем, друзья, карта реально шикарная. Вы посмотрите, как автор круто передал атмосферу. То есть вся эта местность, как видите, она уже просто заросла листвой. Здесь ничего не осталось. То есть, грубо говоря, признаки вот именно людей начали уже потихоньку пропадать из земли. Все в листве, все выглядит очень круто. И, ребят, мне это капец как нравится. Я обожаю такие карты, я вообще ценитель атмосферы, поэтому, когда делают подобное, я очень сильно радуюсь. Ведь эти карты, они, ну, просто одна, как говорится, на миллион. Просто, ребят, вот посмотрите на эту красотищу. Знаете, GTA реально кажется совсем другой игрой. Особенно с такой графикой. Я не знаю, это настолько шикарно. Ох, офигеть. Просто офигеть. Короче, ладно, давайте будем продвигаться поглубже. Посмотрим, что у нас здесь такого имеется. Ух ты, вон зомби уже, кстати, идут. Давайте их отстреляем. Так, отлично. Все, вроде как разобрались. Кстати, я играю за Джоэля. Кто-нибудь играл в игру The Last of Us? Надеюсь, что да. Думаю, вы знаете этого персонажа, главный герой. Очень круто, на мой взгляд. Такая вот, не знаю, такое вот совмещение модов, они просто погружают в игру на 100%. Там, кстати, еще зомби бегут. Давай сейчас будем их отстреливать потихонечку, потому что их тут что-то дохренища. Ох, сзади еще заходит. Ни хрена, у него еще и оружие. Офигеть. Так. Кстати, я могу его обыскать, кто не в курсе. Посмотрите. Оп, вот так вот. У меня очень много модов стоит по зомби-апокалипсису, поэтому у меня тут уже просто получился огромный такой сгусток этих модов, и все они очень крутые. Дополняют друг друга, и мне это очень сильно нравится. Так, у нас там еще зомбарь стоит, а посмотрите, их тут просто дохренища. Блин, какая же все-таки крутая эта карта. Мне интересно, как она еще ночью будет выглядеть. Давайте мы это все попозже посмотрим. Здесь сейчас просто пробежимся, поглядим на все эти шикарнейшие виды. Потихоньку будем еще так же истреблять зомби, потому что здесь что-то реально очень много. Так, здесь нигде не могу ничего уйти, да? Все закрыто, окей. Значит, в принципе, не будем этим заниматься. Будем просто бежать вперед. Так, вроде пусто. Так, здесь вот этот зомбарь валяется. Мертвые уже. Такие-то военные, как я полагаю, потому что у них было оружие, да и, в принципе, экипировка такая, бронежилеты там и тому подобное. Давайте вот посмотрим на этого зомбаря, который сейчас идет, потому что вполне вероятно то, что он тоже какой-то вояка. Так, да, посмотрите. Сдохни, козел. Все, проходим дальше. Что у нас тут еще такого имеется? Какие-то вот эти бетонные штуки, я, честно говоря, не понимаю, что это такое вообще. Но, по всей видимости, тут строят какую-то подлодку, потому что, посмотрите, вот там вот подлодка, да, как я полагаю, что же это еще может такое быть, и вот это одна из ее частей, которая еще не окрашена и не доделана. То есть, ну, здесь реально, ребята, очень круто, прям самый настоящий мертвый заброшенный завод.
Ох, офигенно, друзья, просто офигенно. Так, давайте посмотрим, что у нас еще здесь имеется. Ух, ё-моё. У нас здесь реально, вы посмотрите, огромная яхта в воде. Офигеть. Просто офигеть. Она, походу, со всей дури ударилась в этот порт и утонула. Твою мать. Просто Титаника, посмотрите на ее габариты. Это жесть какая-то. Я прям представляю, вот вы подумайте оказаться вот прям в этот момент, когда произошло все это деяние. Это, по-моему, просто охрененски. Так, тут имеется мостик небольшой. Давайте мы по этому мостику сейчас перейдем на другую сторону, посмотрим, что у нас еще есть там. Ой, твою мать! Твою мать! Твою мать! Надо их убить. Просто отстреливаем всех. Давай, 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 давай! Черт! Так. Давай, давай, давай! Им, походу, вообще наплевать. Черт, давай, давай, быстрее, перезарядка. Оп, хорошо. Так, еще этого. Оп, все. Все, вроде как всех. Нет, еще один. Они со всех сторон, ребят, подходят. Они меня просто окружают уже. Охренеть просто. Это какая-то полная жизнь, на мой взгляд. Окей, давайте отходить, ну, вот в ту часть. Там у нас что-то тоже имеется, вроде как. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Или... Ой, ё-моё, посмотрите. Зомби у нас в воде что-то делают. Воду надо обстрелять, потому что они там, по всей видимости, плавают. Давай, 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 давай. Убивай, убивай их. Черт, походу оружие не такое крупнокалиберное. Не способно пробить воду. Я думаю, стоит туда с РПГ их шмальнуть. Вот так вот. Фух, ну все, вроде разобрался. Так, окей, проходим дальше. Так, а тут я не смогу, походу, да, перейти. Вау, черт, я не смог зацепиться, друзья. Черт побери. Окей, давайте, короче, попробуем туда вперед. Заберемся на эту яхту. Я, по всей видимости, догадываюсь, что там ничего нету в той части, видимо. Потому что, посмотрите, там леса вроде как уже оканчивается. Поэтому, мне кажется, смысла туда забегать особого какого-то нету прям. Так, ну-ка залази, Джоэль. Ну ты чё, блин, не хочет, посмотрите, не хочет вылазить. Ну ладно, в таком случае мы сделаем по-простому, просто сейчас поднимемся в воздух и отлетим отсюда маленько, потому что я не хочу. Ну давайте мы, кстати, так и пролетим и посмотрим, есть ли там что-нибудь в той части. Так, ну тут как-то не густо, то есть обычный завод, ничего такого прям не доделано, то есть здесь уже вот эти какие-то очертания зомби-апокалипсиса, они уже утрачены. То есть сюда, по всей видимости, автор не планировал, чтобы мы заходили. Поэтому, ребят, мы сейчас с вами спустимся обратно на землю. И будем бегать уже здесь. Так, у меня есть какое-нибудь оружие ближнего боя, такое прикольненькое. Так, вот есть нож. Я не хочу просто больше стрелять, потому что зомби забегаются реально огромной толпой сюда, когда я отстреливаюсь. Вот есть биты. Давайте будем биты отбиваться. Так, короче, проходим в ту часть. Посмотрим, что у нас есть там. Офигеть, просто карта, я не знаю, она просто шикарная, друзья. Вы посмотрите на все эти прекраснейшие виды. Я не знаю, это какая-то жесть. Ох, черт. Давай, 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 добивай. Давай, давай, дружище. Давай, колбась его, блин. Ему, по-моему, вообще наплевать. О, твою мать. Нет. Нет. Вы издеваетесь, да? А, я, да, я погиб. О, господи, меня зомби каким-то образом успел укусить. Да, вот такая вот странная анимация смерти, но... Вау! И что мне сейчас делать? И как я должен буду сейчас отсюда уходить, если тут дохренища зомби, они мне просто даже не дают выйти. Ох, ё-моё, как же лагает, твою мать. Окей, ребят, отключаем нафиг зомби-инфекцию и, короче, телепортируемся туда, куда нам нужно, то есть в эту часть, на этот завод. Так, телепортинг и давай-давай-давай, вот таким вот образом. Я оказался на крыше, да? Угу. Хорошо, тогда сейчас просто вот так вот делаем и проходим вниз. Кстати, вы посмотрите, погода маленько сменилась, сейчас уже не так солнечно, как было до этого, и, по-моему, выглядит это все так же офигенски круто. Так, давайте мы сами сейчас активируем Джоэля нашего, чтобы продолжить играть за него, потому что мне это нравится больше всего. Так, у меня нету оружия, я не хочу ходить без оружия, давайте на всякий случай возьмем, потому что хрен знает, что тут может нас поджидать. Так, давай. Оружие. Так, все, уходим отсюда. Или зомби будут здесь? Я что-то как-то... Не понимаю. Нет, походу нету зомби. Ну да, все хорошо. Твою мать, сдохните! Ой-ой-ой, там сейчас будут люди. Там сейчас будут просто люди, которые будут охранять эту пристань. Поэтому, ребят, мы делаем с вами вот так вот и идем просто вглубь.
похер на этих зомбарей, будем их убивать с оружия, потому что в ближнем бою это все делается как-то, ну, чересчур небезопасно. Окей, ой, господи, сколько тут зомбарей-то этих, а? Ох, офигеть, ребята, посмотрите на эту красотень. GTA, я тебя просто не узнаю. Я просто не узнаю GTA с такими видами. Офигенно просто, ребят. Я не знаю, я надеюсь, уже поставили ваш лайк, потому что за такое нужно ставить только лайки. За такое потрясающее... Я не знаю, как это назвать. Автор просто красавчик. Просто реально огромнейший молодец. Так. Ну, в общем-то, в принципе, вроде как по карте все. А здесь больше ничего нет. Вон еще и зомбарь один, которого мы сейчас быстренько грохнем. Так. Давайте мы залезем наверх. Посмотрим, что у нас есть там. Хотя там тоже все заросло, как видите. Поэтому нет, мы туда залазить не будем. Там уже, ну, что-то как-то все очень плохо в этом плане. В общем, ребятки, заканчиваем-то на этом серию. Продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы поставили ваш лайк и подписались на канал, если вы еще не подписаны. Я просто благодарен этому автору за то, что он сделал офигенную карту. И уже не одну, а целых 4. Он реально молодец. И я надеюсь, что он продолжит радовать нас такими прекраснейшими картами. Да, кстати, ребята, поставьте лайк под этим роликом, чтобы еще поддержать его. Мне интересно, если он увидит то, что я обозреваю его карту, посмотрю, сколько там лайков, и такой, офигеть, нужно сделать еще 20 карт. И, конечно же, их сделать, блин, потому что, ну, такое, ребят, это выходит, как я уже говорил, блин, раз, я не знаю, раз, блин, в месяц, ну, как минимум, то есть, очень редко. В общем, друзья, все, давайте заканчивать уже. С вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.